По дошкольным учреждениям заболеваемость имеет показатель 15%. 3278 детей болеет. Закрыто 15 групп в дошкольных учреждениях. По школам 10% заболеваемость. 3446 заболевших. В 36 классах закрыто в 15 школах. Классы и группы закрываются в том случае, если превышается порог заболеваемости 20%. Вот такие решения. Значит, как распределяется заболеваемость по районам, по микрорайонам города? Наибольшее количество заболевших в Заречье 60%, в Зашекснинском наименьшее количество 10%, ну и, соответственно, Индустриальный и Северный микрорайоны 35-40%. Такое распределение объясняется прежде всего наличием наибольшего количества детских дошкольных учреждений именно в Заягрбском районе, потому что наибольшее количество заболевших, 80%, напомню, это дети. Есть данные, и они ежедневно поступают к нам, по муниципальной сети аптек, фармации, практически весь перечень препаратов есть в наличии. Тут я могу табличку отдать по состоянию на 27 января. Такие препараты, как амиксин, анаферон, орбидол, грипферон, виферон, инговирин, эвоминол. Есть в наличии вот, большой перечень препаратов и по маскам тоже. 6 тысяч есть в наличии, 10 тысяч сегодня поступает на склад и до 1 февраля поступит еще 100 тысяч. Это муниципальное предприятие фармации. По частным аптекам у нас, соответственно, информации нет по наличию на складах, но они также заинтересованы в том, чтобы весь перечень препаратов и медикаментов, необходимых для снабжения населения, у них был.